Привет всем, с вами Марти Чародей, и сегодня я покажу не совсем обычный фокус. Я делаю узел на белой веревке, и фокусники обычно что делают? Они как-то руками все это перемешивают дело и как-то развязывают, либо по щелчку пальца, но согласитесь, это не совсем интересно. Вот если взять какую-то другую веревку, допустим, красного цвета, и все это смешать хорошенечко в руках, то можно достичь такого результата, что белый узел перескакивает на красную веревку и буквально отделяется от нее. Если вернуть все это обратно, еще раз отделить, еще раз вернуть, то узел буквально запечатывается на веревке. Самое интересное, что вы, наверное, думаете, что это какой-нибудь магнит или еще что-нибудь такое. Ну, согласитесь, были такие мысли. Поэтому я делаю так, последнее перемещение и... Узел становится именно частью этой веревки. Привет всем, с вами Марти Чародей, Антон Чалей. И сегодня я расскажу вам, как делаются все карточные фокусы. В руках у меня есть колода карт и больше ничего. Я возьму колоду, чтобы у вас не возникло ничего такого странного, да, что какая-то специально подготовленная колода, все обычно. Мы возьмем какую-нибудь карту, например, валет червей, и просто возьмем ее, перевернем. Если стереть на ней рубашку, то у нас появятся батарейки. Но, как вы заметили, они довольно-таки плоские. Если взять вальта черви и взять его в руку, и просто буквально щелкнуть пальцами, то батарейки уже выпадают, а в самой карте ничего не остается. Теперь вы знаете, как делаются карточные фокусы, можете точно так же повторять. Главное, не забывайте менять батарейки вовремя. Всем пока! Что-нибудь покажите нам уже. Хорошо, вы готовы удивляться? Конечно. Хорошо. У меня есть две ложки. Выберите какую-нибудь из них. Вот эту. Вот держите. Это. Это ваша. Так. Можете постучать, она обычная, крепкая. Вот, об стол. Что-то укусить? Да, я хотел. Да, хорошо. Вот так не гнет? Теперь не главное гнет. Направить сюда. Взгляд? Да, взгляд. Я смотрю. И какую-то энергию. Закрутил. Она буквально закручивается, да, можете посмотреть, проверить. А ну-ка ты свою выбрали. Попробуй. Давай я взгляд направляю. Нет, давай. Ты на меня. Попробуй. Взгляд. И раз, два, три. Сильнее. Гни... Получилось? Ах ты, Маша! Каша мало ела. Не получилось. Да, ну попробуй сама. Держи, держи взгляд, такая. Направляем сюда. И ты ее в ту сторону направляешь, Нин. А, вот. Вот так. Взгляд направляем. И да бог с ним, с этой ложкой. Давайте на какой-нибудь другой фокус. Просто, понимаете, нужно правильно воздействовать на нее. То есть, если правильно воздействовать, то у нее происходит бурная реакция. Сама гнется. А это одинаковые ложки? Буквально сама. Вы могли любую выбрать. Ложку. И она буквально уже сгибается. Слушайте, там что вы делаете? Гипнотизируете. Можете вытянуть палец вверх? Я вас боюсь. Ладно. И она буквально сгибается еще раз. Можете посмотреть, проверить. Привет всем, с вами Марти Чародей, Антон Чалей. И не так давно я представил свой новый товар от курения. Смотрите, если вы сами курите, вы берете свою пачку сигарет, если кто-то курит, берете его пачку сигарет. Вам достаточно одной коробки ароматизированных гранул, у них, кстати, удобная упаковка, они прозрачные, потому что наногранулы, очень технически сложно выполнены. Мы берем эти ароматизированные гранулы и пачку сигарет, и буквально за секунды все это расщепляется. Нет сигарет, нет табака, нет проблем. Всем пока.
Привет всем, с вами Маки Чародей, Антон Челей. И, наверное, у вас в жизни бывали такие ситуации, когда у вас есть банковские карты, но, к сожалению, никакого банкомата рядом и в помине нет. Фокусникам, конечно, намного легче в этом вопросе. Щелкнув пальцами, деньги буквально списываются сами с карты. Но тут тоже есть свои небольшие нюансы. При таком списании у вас каждый раз будет выпадать всего лишь 5 рублей. То есть, чтобы вам набрать большую сумму, вам нужно будет потрудиться. Но это лучше, чем быть без денег. Шучу. Можете посмотреть, подергать их. Ну, обычная лично. Веревка. Вы заметили, что вот одна длинная очень, другая средняя, одна короткая? Да, у Маши длинная. Держите среднюю, можете еще посмотреть. Это не рвется. Она не растягивается никак? Нет. Подожди, ты сейчас испортишь реквизит. Сложно испортить. Ложку не испортила, очень хотя... Сложно. Это вы просто Нину не знаете. Знаете, сколько жмет? Это Нина. Хорошо. Смотрите, вообще-то это был небольшой гипноз, да, то есть их заранее, когда я приносил их на эфир, вот охранник видел, что они были совершенно одинакового размера. Угу. Одна, вторая и третья. Они не были одинакого размера. Не были. Вы правы, что они не были, потому что вообще была одна длинная и одна средняя. Можете ножницы руками сделать? Ножницы. Хорошо? Обрезайте. Обрезайте. Хорошо. Дуньте, пожалуйста. Дуньте. Магии не будет, если не дунуть. И точно так же вообще можно сделать что-то необычное. Просто взять и оторвать концы. Будет такая странная бесконечная веревка. Еще раз отрежем, она возвращается. Вы, наверное, изучали, да, статическое какое-то электричество? Ага. Если совместить, то оно будет уже буквально тут. Но самое интересное, если взять и вернуть наши сюда концы, то они буквально сцепятся. Вот. Это было все странно, да? Да. Было как... Это немного буквально. Странно, да. Не в обычной жизни. Так все-таки, вы помните, какие они были? Они были средние или они были разные? Или была одна разная? Разные, одна большая, средняя и маленькая, да, была? Вот такие. Спасибо вам. Это они. Все вернулось на свои места. Друзья, это что-то совершенно невероятное.